Здравствуйте, господа. Место катастрофы находится фактически на нейтральной полосе. На полосе, так сказать, практического соприкосновения наших подразделений и сил противника, то бишь украинских войск. Существуют просто, ну, какие-то вещи общечеловеческие. Дело в том, что тела практически 300 погибших разбросаны по всему этому огромному полю. Часть этих тел попала даже, собственно говоря, на и в жилые дома. Мы пытаемся не трогать эту ситуацию, но не пытаемся, мы ее сохраняем в неприкосновенности пока. По всей видимости, этот самолет был сбит. Сбить его мы не могли и не хотели. Да? У нас нет таких средств противовоздушной обороны, которые позволили бы сбить самолет на высоте, для летящей на высоте 10 600 метров. Наши средства ПВО добивают до высоты только 3000 метров, имеющиеся у нас в наличии, благодаря чему украинская авиация нас бомбит с больших высот регулярно. Попадает, правда, очень часто в жилые кварталы и в населенные пункты, но бомбит. Окей. Черные ящики пока не обнаружены, потому что мы не трогаем обстановку на месте происшествия. На этом настаивает миссия ОБСЕ. Должны прибыть их эксперты, и они должны искать, в частности, черные ящики.